Уличные беспорядки в центре Одессы. Кто с кем и почему выяснял отношения и есть ли задержанные, расскажет Андрей Анастасов. Улица Каманина расположена недалеко от побережья. Коммерческая структура возводит здесь 24-этажный жилой комплекс. Активисты одной из общественных организаций выступают против. Утверждают, работы ведутся без разрешительных документов. 2,5 года ведется стройка. Когда правоохранительные органы не реагируют на данные вещи, то народ вынужден реагировать на них сам. Выразить свой протест общественники пришли к областной прокуратуре. Узнав об их намерениях, здесь же собрались и сторонники застройщика. Правда, их в десятки раз больше. И они уверяют, на стройку есть все документы. Все наши объекты начинаются только тогда, когда мы имеем дозвол на производство работ. Не успели активисты развернуть свои плакаты, как парни крепкого телосложения их порвали и пошли в рукопашную. Вмешались полицейские. Чтобы разнять дерущихся, пришлось даже применить слезоточивый газ. Наиболее агрессивных участников драки задержали. В центре Одессы сейчас полно туристов. И все это драка и задержание происходило на их глазах. Когда начали уже толкать полицейских и могли соприкоснуться две стороны и возникнуть более массовый конфликт, и после этого только полиция начала действовать и применять меры физического воздействия. Всего задержали 6 человек. Пострадавших в результате столкновений нет. Правоохранители открыли уголовное производство по 2 статьям – хулиганство и насилие в отношении работников полиции. Андрей Анастасов, Игорь Миханошин. Подробности, телеканал «Интер», Одесса.